Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги. Поговорим немножко на перспективу. Сегодня хочу рассмотреть, какая ждет зима Украину. Что нас ждет зимой, ну, скажем так, в холодные полгода, да, потому что зима для Украины, в принципе, начинается, наверное, в ноябре, да, заканчивается там где-то в апреле. Так или иначе, да. Давайте. Зима для Украины. Зима. Что ждет Украины зимой? До весны доживем точно. Потому что визуализации прям ручьи текут, пролески, птички, такое прям пение птиц. Доживем. Зима в Украине. Неплохое начало. Тройка кубков, туз, пентаклей. Хорошее начало. Да. Ага, четверка кубков, влюбленные. Так, королева мечей, колесница. Четверка пентаклей. Сейчас. Ну, давайте так, чего мы можем опасаться? Голода, холода? Да нет, этой карты даже рядом. Об этом речь не идет. Наоборот, мы видим тройка кубков, да, то есть какие-то нас ждут все-таки в это время года праздники, что-то мы будем радоваться чему-то, поднимать бокалы, будет какой-то шанс для Украины. Что интересно, откажется Украина от чего-то? Откажется или от какого-то... Пока отказываемся, да, пока зима, отказываемся, возможно, от каких-то подписаний чего-то, или, знаете, может, по влюбленным, от какого-то выбора, от какого-то договора, от какого-то союза, от чего-то отказываемся. Пока зима, отказываемся, видите? Но при этом у нас хорошие шансы. Я думаю, неплохо все здесь, в принципе. Есть нюансы, но давайте по очереди. Относительно войны. Есть карта войны, у нас королева мечей с колесницей. Похоже, и четверка кубков. Знаете, мне кажется, война как будто бы становится на, знаете, как на колеса. Тут больше воюет техника. Возможно, это о том, что авиация, да, будет, или какие-то там ракеты. То есть такое ощущение, что больше воюет техника. То есть она не останавливается, война, вдруг что, на минуточку, нет. Но она переходит на колесницу, то есть, возможно, на какой-то такой технический уровень война переходит, да. Видите, движение вперед, но вот так, технически. Так что не остановится, нет. Может, обстрелы продолжатся какие-то, не знаю. Но тем не менее, понимаете, относительно королевы мечей, здесь все очень хорошо у Украины. Нормально. Будут какие-то решения в Украине, которые подвиснут. Вот смотрите, какие-то, например, хорошие начинания, да? Какие-то хорошие начинания по законам, по решениям, и эти начинания, они где-то подвисают. Вот эти решения, знаете, как принять решение – это одно, а ввести их в исполнение – это другое. Да? Так вот, какие-то решения, которые вот сейчас уже на коне, вот они могут подвиснуть. Похоже, какой-то король жезлов обнулится в стране. В новых дорогах король жезлов обнулится. Не знаю, какой-то человек обнулится в течение зимы. Что это за король жезла? Какое-то обнуление.
На уровне императрицы. Маг. Какой-то важный человек обнулится. Возможно, имеющий отношение. А кто ты? Прям по императрице, по магу. Важный человек уйдет. Вот смотрите, по десятке. То есть прямо вот на самом высшем уровне. Не думаю, что это Зеленский сразу. Там, кроме Зеленского же, он бы императором выпал. А здесь кто-то должен обнулиться. Но опять, видите, аж прямо... Слушайте, а премьер? Премьер-министр? Премьер-министр? Вы знаете, это может быть премьер-министр. Например. Например, может обнулиться премьер-министр в течение холодного времени года. Потому что, смотрите, премьер-министр сразу раз, двойка кубков, 9 мечей. Возможно, какой-то важный человек в правительстве может обнулиться. Запросто. Да? Так, хорошо. Давайте посмотрим, что же ждет мирное население все-таки. Ну, как видим, Украина относительно стабильна в холодное время года. Ни голода, ни холода я не вижу. Вижу какие-то победы, что-то мы поднимаем бокалы, за что-то радуемся, да, какое-то такое консолидация, все неплохо. Какие-то законы подвисают, какие-то идеи, да, какие-то принятые, может быть, там хорошие законы, что-то подвисает. Но в то же время, видите, меняется кто-то, какой-то человек меняется, важный правительство. Возможно, премьер, либо даже не один он, возможно, даже, поняли меня, да? То есть такие какие-то изменения могут быть на высшем уровне. Мирное население в Украине. Что же ждет этой зимой? Мирное население. Люди в Украине. Что нас ждет этой зимой? Так, тройка пентаклей. Ну, неплохо. Рыцарь жезлов. Ага, вот она, пять пентаклей есть. Смотрите, есть, будет пять пентаклей путем манипуляций. То есть все-таки... Где-то кто-то нам будет, конечно, ну понятно, где и кто, нам будут наводить вот эту пятерку пентаклей, да, то есть искусственным путем, да, не потому что в Украине есть нечего, а потому что искусственным путем будут вводить Украину вот этот, ну, так, насколько это будет серьезно, император, ага, ну смотрите, государство все равно помогает, государство будет разруливать эти вопросы. То есть, например, если где-то какие-то разрушения инфраструктуры, да, то император будет, видите, помогать. Все равно государство, да, будет это все решать. Они готовы, настраиваются сразу решать эти все проблемы, разрушения. Я так понимаю, есть запас. Заранее, зная заранее, что будет происходить, уже имеют определенный запас. Ну, не знаю, запчастей там, чего там еще. Техники, да, вот, определенный запас чего, техники, технический какой-то, ну, неплохо, то есть блэкаут нас не ждет, блэкаут, вероятность блэкаута, блэкаут, ну, могут быть, видите, нападения могут быть, но выстоим, блэкаут нет, это не блэкаут, нет, не будет, сила, все, все, уже нет, видите, уже произошла такая трансформация нашей силы, что уже нет, будет ли блэкаут, нет. Понимаете, сама сила вот украинская в этом, вот как энергетика, например, да, ее трансформировали так, что здесь блэкаут уже невозможен. Все. Они попробовали, то есть был шанс у Русни вот той зимой, да, и даже у нас был этот блэкаут, он был там сутки, да, или сколько там, полсуток, там какой-то, сколько-то часов был, было дело. Но в этом году уже невозможно, то есть систему энергетики трансформировали так, что она усилилась, и есть запас прочности, есть уже подготовленные вот эти вот колесница заранее по четверке пентаклей, да, мы собрали, мы придержали, мы тут вот собрали по-украински, да, в этот чуланчик, в погребок все это сложили, и если вдруг что где-то прилетает, мы тут же это все компенсируем. Так что, мои хорошие, спокойно. Ну, попытки будут, видите, по магу, вот эти вот попытки ввести Украину опять там в холод, но не будут они бросать эту мысль, но это не глобально, ничего так глобально не выйдет, не выйдет. Так, что ждет наших военных, давайте, военных. Армия Украины этой зимой, армия Украины.
Тройка жезлов, туз пентаклей. Ну, смотрите, опять, так как видите, от умеренного населения то же самое. Вы видели? Смотрите, тройка кубков, туз пентаклей. Вы смотрите, повторяется. То есть и для армии, и для мирного населения мы видим карта праздника. Мы что-то отмечаем, поднимаем бокалы, консолидация, хорошие новости. Да, вот все отмечают какой-то туз. Какой-то туз. Что-то должно прикатиться. Я же говорю, возможно, это будет большое освобождение какой-то территории. Какой-то такой, знаете, должен пентакль прикатиться. Может, это там не такая уж прям полная победа. Естественно, мы видим, что там еще есть продолжение. Но что-то будет, мои хорошие. Вот что-то будет, смотрите, и для мирного населения, и для военных. Ждет Украину большой праздник. Какой-то такой, знаете, куш прям. Вот ждет. Однозначно. Очень интересно. Смотрите, последняя карта, видите, в колоде мир. Точно какой-то кусок земли вернем. Знаете, кусок земли какой-то такой. Ой, будет. Так. В армии будут переживания какие-то, волнительный этап будет какой-то относительно Иерофанта. Скорее, вот, видимо, на вопросах управления, вот тут будут какие-то у них переживания. Может быть, даже в холодное время года и появится новый Иерофант по Солнцу. Может быть. То есть мы можем говорить о каком-то новом министре, да, может быть. Но это, видите, скорее туда, в холодное время года. Я бы не говорила, что прям через недельку. Вот я тут не уверена. А вот туда, видите, новый Иерофант какой-то может объявиться. Так, ну, дела, скажем, давайте так. Поставки в армию идут. Я бы не сказала, что они такие глобальные зимой. По двойке пентаклей это намного меньше, чем было вот сейчас, да, когда прям катилось все намного меньше. Активность армии тоже наблюдается, да, но она как бы по пажам, о, по рыцарю, по пажам. Ага. Смотрите, будет какая-то иллюзия большого удара по страшному суду. Вот смотрите, что будет происходить. Сейчас я вам объясню. Вот видите, вот рыцарь мечей с иллюзиями большого удара. Это, знаете, как ядерный удар. Так вот, опять будут, видимо, угрозы. Мы вам чего-то там взорвем. Это все по иллюзиям, мои хорошие. Будут наводить мороку, что опять будет, знаете, видимо, будет подниматься вопрос опять тактического ядерного оружия, запугивания. Вот это по страшному суду. Все, сейчас что-то взорвется. Так, включите свет, пожалуйста. Сейчас что-то где-то взорвется, прям вот, понимаете, все, вот, сейчас мы тут примем решение, нажмем на кнопку, понимаете, насрем чемодан и вообще всем на голову. Но это все, мои хорошие, вот это, знаете, угрозы по иллюзиям, поэтому спокойно, не позволяем нас водить в страхи, навешивать нам свои иллюзии на уши, нужно их просто лупашить, продолжать. Естественно, здесь уже не будет возможно такое движение по суше, да, но по колеснице, значит, продолжаем бить, уничтожать склады, то есть нужно держать свою линию, потому что, мои хорошие, они уже вот-вот и дрогнут, вот-вот, там уже все посыпалось у них, у Русни уже все посыпалось, и вот эти понты дешевые, вот это все, ну, это все угрозы, видите, фейки, иллюзии. Но будут запугивать, однозначно. То есть вот эта тема опять, видимо, поднимется, да, прям по рыцарю мечей поднимется в интернете. Будьте готовы, мои хорошие. Потом у меня не спрашивайте, Наташа, будет ли ядерная война. Это все иллюзии, фейки и обострение вот такой вот ситуации. А почему? Потому что у них ничего не будет получаться. И они вспомнят опять за свою кнопку. Ну, видите, все-таки относительно военных тут будет некое все равно затишье, так или иначе, да? Какое-то затишье будет все равно, да? То есть такой, конечно, активной войны мы не видим. Новости хорошие, много каких-то разговоров. В целом неплохие карты. Неплохие карты, тут как бы есть чему порадоваться. Неплохо, да? Все плохое, что могло выпасть, да? 10
мечей, единственная страшная такая карта со страшным судом, тем более, она вместе с иллюзиями, мои хорошие, вместе с иллюзиями, да. Хотели бы они чего-то бы сделать, сделали бы, а ничего не могут. Не могут, не могут, не могут. Русиш импотенту. Не могут. Нет. Такие дела. Но будут, видите, по рыцарю будут угрожать. Угрожать. Такая ситуация. Поэтому, мои хорошие, спокойненько запасаемся помидорчиками, огурчиками, тушеночкой. Да. Наполняем каморы. И спокойненько ждем весну. Весну Украина дождется, и будут и журчание ручьев, и пение птиц, и будут в Украине победы, будут в Украине освобождения. Все идет по плану. Будет Украина жить. И никакого разделения, никакого разделения. Вот это вот, Русня, не пишите мне про вот эту вот, вам, понимаете, вам сказки рассказывают, а вы как вот тут дурачки, понимаете. Не будет никакого разделения Украины. Вот забудьте, как страшный сон. Вы бы лучше за себя думали. Вот у вас там разделение как раз грозит. Реально. А за Украину вы не беспокойтесь. Мы как-то разберемся сами тут. Такие дела, мои хорошие, такие дела. Так что переживем мы эту зиму. Не без нападок, конечно, не без мага, который пытается все, понимаете, урвать чего-то от Украины, не без этого. Будут много угрожать, да, много показывать свою эту голую куриную жопу, орел это двуглавый, но ничего не выйдет. Все это иллюзии, иллюзии. Такие дела. Так что крепимся, собираемся с духом и смело смотрим в будущее. И неприятности эту мы переживем. Такой расклад.